Добрый день, Live TV, да. Добрый день, Live TV. Опять в студии. Я, скажем так, да, ведущий программы от, скажем так, одних из крутейших экспертов. Прогнозистов, каперов так называемых, послание Live TV, да, номер два послания, да, первое послание был Валуй Верняк, Германия Победа, да, как вы помните. Теперь небольшой экспресс из трех матчей. Первый — Португалия, Армения, Португалия, P1, минус полтора, коэффициент 1.60 на это событие, примерно где-то, да? Это событие номер один. Второе событие в нашем экспрессе, да, скажем так, это матч Сербия-Дания. Матч Сербия-Дания. Очень интересная игра, между прочим. И в этом матче, в принципе, да, ладно, Сербия-Дания, P1 за 2.15, коэффициент падает, это опасно, поэтому можете страхануться P1 с нуликом за 1.55, да, это вот так, Сербия-Дания, да, это второй матч в нашем экспрессе, да. И третий матч в нашем экспрессе — это, безусловно, один из самых интереснейших матчей этого вечера. Ладно, на этом мы, наверное, завершим. Не будет третьего матча, да? Будет всего два матча экспресс таков, да. Какой коэффициент, сосчитайте на калькуляторе, да. В общем, вот такие вот дела. Вот такой экспресс, скажем так, да. Два матча, серьезных две игры. Да. Португалия, новый тренер, да, все такое. Сербы дома могут обыграть датчан. Датчане в матче с Португалией дома, в принципе, неплохо сыграли, но португальцы могли забить и больше. Вот сербы, я считаю, могут собраться. Они команда перспективная. И, в принципе, Дик Адвокат еще тренер, да, все такое. Короче, вот такая тема, да, такая тема. Это, скажем так, это такой набросок, не Валуй, не Верняк, а набросок на пятницу, на игры сборных, да, от экспертов, инсайдерская инфа, да, скажем так. Поэтому эта инфа еще может меняться, да, это чисто так набросок мысли, да, скажем так. Ладно, окей, ребята, да, это так. А мы с вами до скорых встреч, да.